Добрый день. Я сегодня покажу, как подключить аналоговую камеру к смартфону Redmi Xiaomi. Вот сам смартфон с нашей программой. Вот, собственно, переходник. Тоже на нашем сайте можно найти его. Наша совместная разработка. Значит, здесь выхода этого переходника имеется тюльпан видео. То есть к нему подключается видеосигнал. Собственно, вот эта камера. Стандартная камера со стандартными тюльпановыми выходами. Желтый это видео, красный, белый это звук. Вот камера. Значит, то есть такие тюльпаны, которые подключаются, которые можно и к телевизору подключить, и к любому входу, где имеются вот такие вот тюльпанные входы. Значит, подсоединяем, значит, тюльпанный вход нашего переходника USB к камере. Сейчас, секунду. Вот, подключили. Вот, и программа отреагировала так, что зеленый, видите, квадратик появился. Это значит, что у нас камера подключилась успешно. Вот. Меняется изображение на камере, меняется изображение на смартфоне. То есть видео записывается в смартфон синхронно с сигналом входным. Ну вот и все, собственно, весь показ. Спасибо большое.